Пресс-служба городской администрации распространила информацию о том, что за минувшую неделю с улиц Твери вывезено порядка 14 тысяч кубометров снега, а за зимний период было вывезено 125 тысяч. В работах задействовано около 30 единиц техники. Были расчищены крупные магистрали, среди которых Тверской проспект, Краснофлотская набережная, проезд Дарвина, бульвар Радищева, Трехсвятская улица, Новый мост и ряд других объектов. Дороги Твери отслеживают информацию о погодных условиях, поэтому численность дежурной смены работников и техники устанавливается в зависимости от объемов выпавшего снега и ряда других природных факторов. В настоящее время продолжаются работы по расчистке уличной дорожной сети от снега. Работы ведутся на тротуарах, проводится расчистка пешеходных переходов, обработка противогололедными материалами. Также дворники работают по остановочным площадкам. Проводится расчистка, посыпка песко-соляной смеси. Работы по вывозу снега производятся преимущественно в ночное время, чтобы не создавать помех движению автотранспорта. Спецтехника муниципального предприятия продолжает работу в круглосуточном режиме, отмечают в городадминистрации.